Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Главная тема дня. Парламент Республики Западной Армении обсудил вопросы ответственности комиссии за отчеты и мероприятия текущего месяца. Школа во Франции имени героев движения сопротивления Мисака и Милене Манушян. Исторические кадры о жизни беженцев Марс-Саванна, 1919 год. На озере Бан обнаружены руины древних сооружений. Потеря Арцаха. Что мы скажем следующему поколению? Израильский танк обстрелял пост миротворцев ООН в Ливане. Международное признание совершенного против армян геноцида. Памятные политические и геополитические ориентиры незавершенной десятилетней борьбы. Международная конференция. 16 октября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Со вступительной речью выступила председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян, представив подробности предстоящих мероприятий на октябрь и вопросы ответственности комиссии за отчетность в Национальном собрании. Участники заседания обсудили вопросы повестки дня. Центральная старшая школа в городе Шатне-Малабри Парижа названа в честь Мисака и Милене Манушян. Решение было единогласно принято Советом региона Иль-де-Франс. Это первая школа во Франции, названная в честь армянского героя. Во время церемонии открытия школы был представлен героический образ Манушяна и важность его борьбы для молодого поколения. В церемонии приняли участие представители французских и армянских властей. Посол Восточной Армении Асмик Толмаджан выразила благодарность за инициативу, подчеркнув значение Манушян как символа армяно-французской дружбы и вдохновления французской молодежи. В завершении церемонии ученики школы исполнили песни Шарля Азнавура. На фотографии, сделанной в мае 1919 года в Марс-Саванне, изображены армянские и, возможно, турецкие женщины с шерстью, из которой будут шить одежду для сирот. Женщины с закрытыми лицами, возможно, армянки, принявшие ислам. Одеяло в полоску некоторых женщин типичны для региона Марс-Саванн. Марс-Саванн – исторический центр провинции Марзван-Покр-Айка, известный как понтийский Фазимон Мерсиван-Неаполис. Это исторически важное поселение, где византийский император армянского происхождения Ованес Чемшкик победил болгар. Во время геноцида 1915 года и резни 1895 года армянское население города пострадало. Многие из них были убиты. После значительного снижения уровня воды на озере Ван руины исторических сооружений, скрытые под водой на берегах Битлиса, вновь стали заметны. Повышение температуры и уменьшение количества осадков привели к отступлению озера. В результате сооружения начали появляться на прибрежных участках озера. Режиссер, документалист, подводный исследователь Тахсин Джейлан в течение 3 дней с командой проводили погружение, исследуя и снимая обнаруженные руины исторических сооружений в районе Битлис. По словам Джейлана, сооружения, которые в основном каменные, имеют множество небольших комнат и соединены между собой, что говорит о культурных архитектурных сложностях. Данные свидетельствуют, что эти сооружения могли принадлежать армянскому населению, ранее проживающему в Ване и окрестностях. В последний день погружений мы обнаружили множество археологических находок. Сосуды, фрагменты амфор, также сделанные из камней, участки, вырезанные обычным способом. Также привлекли внимание колонны, которые могут принадлежать разным периодам. Данные находки необходимо тщательно изучить, чтобы понять, к какому периоду они относятся. Ван и его окрестность были одним из важных центров армянской культуры и истории. Данное открытие проливает новый свет на присутствие армян и культуру, созданную в этом регионе. Осмелимся ли мы честно признаться перед завтрашним поколением, что, будучи гарантом безопасности и свободы армян Арцаха, не смогли выполнить нашу историческую миссию? Сможем ли мы признаться, что своим безразличием мы передали Арцах врагу? Мы не выполнили свой долг и сломали наше национальное достоинство. Сегодня, когда часть Родины потеряна, можем ли мы все еще называться армянами, если не предпримем никаких действий для ее возвращения? Пока мы не освободим Арцах и не воссоединимся с матерью Родины, имеем ли мы моральное право носить имя армянина и защищать ценности, которые веками были основой нашей идентичности? Завтрашнее поколение неизбежно попытается призвать нас к ответственности, спрашивая,
почему как опора народа мы, которые должны были быть сильными и стойкими, отдали нашу землю врагу вместо того, чтобы бороться за нее. Будем ли мы готовы посмотреть им в глаза, признав, что мы потеряли их наследие, и мы проигравшие, а не победители? Хватит ли у нас честности признать, что своими ошибками, нерешительностью и неудачами мы позволили ослабить не только границы Родины, но и нашу национальную честь? Израильская армия обстреляла позиции миротворческой миссии ООН в Ливане. Отмечается, что израильский танк обстрелял наблюдательную вышку временных сил ООН в Ливане недалеко от города Кфар-Кила. Ранее объекты миротворческой миссии были обстреляны. Двое военнослужащих получили ранения. По данным, танк повредил вышку и уничтожил два установленных видеорегистра. Произошедшее в миссии назвали очередным прямым и, скорее всего, преднамеренным обстрелом позиций миротворцев. С 23 по 25 октября в Музее-институте геноцида состоится международная научная конференция «Международное признание геноцида». Международное признание совершенного против армян геноцида, памятные политические и геополитические ориентиры незавершенной десятилетней борьбы. Конференция организована при поддержке Фонда Музея Института геноцида и Университетом Пуатье Франции. Воспоминания, идентичность, маргиналы в современном западном мире, лаборатория Комитета по высшему образованию и науке, Национальной ассоциации армяноведческих исследований Французского университета в Армении. Конференция пройдет на английском языке. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!